В Москве глубоко разочарованы решением Беларуси выдать Азербайджану российского блогера Александра Лапшина. В российском МИДе заявили, что это не соответствует духу союзнических отношений Москвы и Минска. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит предпринимать меры по защите прав своих граждан. Осудили решение об экстрадиции и в Армении. У здания посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста. В Ереване считают, что официальный Минск защищает интересы Баку, а не своего союзника по ОДКБ Армении. В парламенте республики прозвучали предложения отозвать посла Армении из Минска и заморозить все отношения между двумя странами. Экстрадиция Лапшина свидетельствует о том, что статус Беларуси как партнера Армении по ОДКБ и ЕАЭС носит фиктивный характер и не может служить фактором обеспечения безопасности Армении. Наш блок требует от властей Армении отозвать посла страны в Минске и заморозить отношения с Беларусью. Напомню, что накануне российский блогер Александр Лапшин, несмотря на протесты России и Израиля, гражданином которого он также является, был экстрадирован из Беларуси в Азербайджан. Официальный Баку обвиняет блогера в нарушении государственной границы из-за того, что он посетил территорию самопровозглашенного Нагорного Карабаха без соответствующего разрешения азербайджанских властей. Кроме того, в Баку заявляют, что блогер, цитирую, пропагандировал сепаратистский режим непризнанной республики, называя ее независимым государством. С требованием освободить Лапшина ранее выступил Американский комитет по защите журналистов.